важно держать ноги в тепле и сухости, особенно если проводишь зимой несколько часов на свежем воздухе. Что же говорить об участниках специальной военной операции, которые сутками не покидают окопов? Именно для них предназначены носки, что вяжут участницы проекта «Активное долголетие». У нас стартовала новая акция, называется «Тепло для героя». Мы узнали, что наши замечательные бабушки из «Активного долголетия» в центре Вера занимаются вязанием. Они вяжут теплые вещи, в частности носки, для наших бойцов. Тепло своих рук они вкладывают вот в эти изготавливаемые вещи. Поэтому это очень трогательно. С начала СВО, благодаря партии «Единая Россия» из Ленинского округа в зону боевых действий были отправлены десятки тонн различных грузов. В частности, для бойцов 42-й мотострелковой дивизии, шествие над которыми взяли жители округа. У нас есть с ними обратная связь. Они же нам видеообращение записывают там со словами благодарности. То есть мы видим, что наш гуманитарный груз, он дошел до адресата. Он нигде там не пропал, ни на каком перевалочном пункте, там ни в какой буферной зоне не задержался. Он пришел к бойцам. Участницы проекта «Активное долголетие» уже отправляли бойцам партию в 30 пар носков. Многие кладут в них иконки, записки и небольшие подарки. Да и работа над самими изделиями значительно отличается от гражданского варианта. Носочки вязались всегда коротенькие, как обычно, а для берца нужно побольше. Видите, как закрываем носочки? Вот, вот так закрываем, потому что там будет неудобно. Опять-таки ребятам. И носочек, это пяточка вот такая, двойная. Пяточка вот она, двойная пяточка, чтобы она дольше носилась. Скорость вязки у всех разная, но вместе работается веселее. При посредничестве Ленинского отделения партии «Единая Россия» в скором времени в зону боевых действий отправится еще 40 пар носков. Действительно делаете то, что нужно именно сейчас для наших бойцов, для наших героев. И я уверена, что, получив ваш вот подарок такой, именно в сердце от вашего, они будут очень вам благодарны. В завершении встречи от местного отделения партии «Единая Россия» мастерицам преподнесли небольшие подарки. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.